Привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу с вами поговорить о мускусных утках, о том, летают эти утки или не летают. Эти уточки любят полетать, сделать такой хороший круг вокруг всего хозяйства и участка. Вот эта утка высидела утят. Кто смотрит мои видео, утят забрали, а ей теперь стало скучно. Она прилетает из загородки к этим утяткам красным, что здесь ходят. Она понимает, что это не ее дети, и начинает летать здесь вокруг всего участка. Сегодня утром пришла ко мне соседка, та, что со мной не разговаривает. Но на днях я ей помог, и она со мной уже заговорила. И говорит: «Рома, там твоя утка улетела к соседям». У нас там есть еще одни такие соседи, совсем отбитые от жизни. Кот на днях украл цыпленка, она мне говорит: «Так ты своих цыплят закрывай». Я говорю: «Так он у меня на участке украл цыпленка». Все равно закрывай своих цыплят, это не мой кот. Ну, в общем, она залетела к ним на участок. И соседка же говорит: «Беги, пока их дома нет, чтобы они ее не закрыли, забери свою утку». Я пошел, смотрю, там утки нет. Возвращаюсь, она уже сидит на куче с песком, там, где Богдан яму копает, и ждет уже меня. Сейчас я отрежу одно крыло, перья на крыле, чтобы она никуда уже не летала, а то она любит полетать. Это у меня немка, жалко будет, если пропадет, если кто-то прикроет и скушает, потому что дорого она мне обошлась, и не хочется, чтобы она куда-то улетела. А вообще мускусы, мои мускусы не летали, потому что они хорошо закормлены, и не было у них никакой надобности летать. А у соседки есть мускусы красные, с другой стороны. Так они всем выводкам осенью, вот приходит октябрь, ноябрь, они все у меня, потому что они как вот ходят стайкой, все поднялись и полетели. Круг почета сделали, видят, где есть утки, там и садятся. Крылья я своим уткам никогда не подрезал. Вот это первый раз, когда я буду обрезать крыло. И она перелиняет, и опять оно у нее вырастет, потому что утка уже не молодая. Она сейчас пойдет в линьку на осень, обсыпет эти перья, и вырастут у нее новые. Как раз она забудет, что такое летать, и будет сидеть дома. А так ей пока скучно. Вот такие у меня новости. Да, Нюша. Опа, она понимает, что она Нюша. Хвостиком крутит. Ты же умная девочка, зачем тебе летать? Вообще я не умный. Смотрите, улетела на другой участок. И пока я обошел все, она уже возвратилась обратно домой. У нас сегодня ветер. Что-то такое на дождь собирается. Нюша, вот зачем ты такое делаешь? Вот сколько я этих уток уже не держу, можно с уверенностью сказать, что этой утке есть мозг. Потому что она все понимает, она знает, где она живет, знает, где она несется, где она сделала гнездо, сколько яиц она снесла, живет пух, и уже она садится. Вот она понимает, что эти красные утятки, это не ее. Она прилетела, походила с ними, посмотрела и возвращается обратно к своему гнезду. В гнезде тоже ничего нет, она потом улетает. Вот такие они умники. В общем, все, друзья, всем хорошего дня. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно нажимайте на колокольчик, ждите новых видео. Всем пока-пока!